Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале У Деда Мити. Мы находимся на нашем тестовом полигоне. Новый полигон, новый сезон. Шикарно! Птицы поют, отличная погода, отличное настроение, которое я вам сейчас постараюсь передать. Что нас сегодня ждет? Мы будем тестировать новинку этого сезона — металлоискатель Quest X10 ID Max. Новинка сезона 2024. Давайте посмотрим, как он справится с нашим тестом. Так, давайте включим Quest X10 ID Max. Тестировать будем на двух режимах. Режим поле и режим парк. Выбираем первый режим. Чувствительность 98, мы ее так и оставим. Маска дискриминации у нас уже полностью открытая. И тональность у нас пускай будет 4 тона. Нам больше здесь и не нужно. Что у нас, какие еще есть настройки? Есть настройка громкости. Дайте нам какой-нибудь... Надеюсь, вам замечательно все слышно. Баланс грунта давайте мы сразу. Замечательный прибор. В принципе, запомнил даже баланс грунта, который мы использовали последним. Итак, первая цель нашего теста — чешуя Михаила Федоровича. Давайте посмотрим. Ну это смешно, 5 сантиметров, 10 сантиметров он также берет, замечательно, давайте 15 пробовать. Ну как мы с вами видим, уже возникают сложности. Если более медленную проводку, давайте. Что-то он нащупывает, но больше похоже на грунтоглюк. Односторонний сигнал. А если... Пинпоинтером он ищет. Давайте чуть повыше, прям совсем пару сантиметров. Ну вот с 13 сантиметров он вроде как уже видит. С таким с похрюкиванием, но... Ну, это определенно он, определенно этот сигнал. Ну и получается 13 сантиметров у нас потолок на чешую. Режим поля у нас, и следующая цель — 2 копейки Николая II. Вот такой приятный звук имперской меди. 10 сантиметров для этого металлоискателя — это смешно. 20 давайте. Чуть-чуть изменяется сигнал, но вы эту монету обнаружите. 25. Mm-mm. Чисто случайно, если односторонний сигнал поймаете, то увидите. 23 сантиметра давайте. Есть. Есть. Есть, есть, есть. 24 попробуем. М-м. Ну такой спорный, очень спорный, спорный, спорный очень сигнал. А 23 еще раз.
23 – самый уверенный сигнал. Итак, следующая цель – 5 копеек советов. Это 30-й год, относительно ранние советы. Такой вот средний тон. Давайте сразу на 15. Как слышите, это уверенно. 20 сантиметров, также 25. Давайте пробуем. Есть. Давайте 27 пробуем. С таким с подхрюком какой-то сомнительный сигнал. Как слышите, это прям совсем что-то спорное. Возможно, даже многие это и не копают. Но это вот мы уже нащупали металлоискателем, правильно? Так, ну это спорный сигнал. 26 сантиметров, давайте попробуем. Ситуация особо не меняется. 25. 25 – самый уверенный сигнал. Итак, наверное, самая интересная цель нашего теста – 5 копеек Екатерины II. Давайте сразу 25 сантиметров. Есть. 30. Ну вот что-то вот прощелкивается, но это можно принять за грунтоглюк. Двухсторонний сигнал, но копать вы его будете долго, потому что определить центр, где она находится, эта монета, невозможно. Но он взял ее, определенно, да? Давайте попробуем 33 сантиметра. И это тишина. 32. Есть. А вот 33 он не смог. Итак, очень приятнейшая находка. 50 копеек. Советского периода, 1924 год. Ровно из такого же металла, ровно такой же был портретный полтинник Николая II. Давайте посмотрим с 15 сантиметров. Есть. 20 сантиметров. Это даже смешно. Давайте 25. Мне кажется, на этом наша надежда. Слышите, что-то прохрюкивается. Но это можно за случайный фантомный сигнал принять.
односторонний сигнал, неуверенный. Давайте 24 сантиметра пробовать. Ну, слушайте, я бы поинтересовался, что там, я бы копнул бы этот сигнал. Смотря как к нему подойти, с какой стороны. Двухсторонний сигнал, 24 сантиметра. Есть. Опять же, смотря с какой стороны. Двадцать пять. Что у нас будет? То односторонний, то есть, то нету. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Взял, не взял. Мое мнение, 24 сантиметра – это еще сигнал. 25 сантиметров – это уже будет спорно. Я бы не стал копать. Режим парк. Первая цель – чеша Михаила Федоровича. Давайте. 5 сантиметров – ну, смешно. 10. Есть. Есть, есть, есть. Давайте на 13. Странный сигнал. Странный, но копаемый на самом деле. То есть можно посмотреть ради интереса, что там, а вдруг чешуя. Давайте 14. Ну вот уже... Не? Ну уже все. 13 сантиметров потолок. Следующая цель. 2 копейки Николая II. Давайте сразу на 20. Уверенно. 23 сантиметра. Что-то проклевывается, но спорное. Ну вот если медленной проводкой, да, зацепите, 24 сантиметра. Но что-то цепляет, цепляет. 25. Как слышите, это односторонний сигнал, можно случайно принять за грунтоглюк. Двадцать четыре, давайте вернемся. Двадцать четыре сантиметра самый более-менее уверенный сигнал. 5 копеек советов. Давайте опускаем на 15. Двадцать пять. Слышите, как попортился сигнал сразу? Двадцать четыре. Вот 24 гораздо увереннее он берет.
под хрюком, а 23 сантиметра. На 25 еще раз давайте вернемся. Ну, 24 более-менее уверенный, двухсторонний цветной сигнал, а вот 25 сантиметров уже будет такой прям... Пять копеек Екатерины II, крупная имперская медь. Запоминаем цифры и звук, и давайте пробовать. 25 сантиметров сразу. Отлично, видит. Давайте пробуем 30. Есть. Пробуем пределы. Пробуем предельную глубину, уже 35. Ну, так уже не зацепишь. Даже одностороннего нету. 33 сантиметра. Что-то прохрюкивается. Давайте 32 сантиметра. Что-то уже проклевывается. 31 сантиметр. Уже, как я вижу. Есть. А вот 32 еще раз попробуем. Нет. Можно принять за грунтоглюк. А если прям чуть-чуть пониже катушка? Нет, 31 сантиметр – это потолок на режиме парк. И последняя цель нашего теста – 50 копеек 1924 года, советские. Приятнейший звук, VDI 9091. 15 сантиметров я даже, видите, как катушкой высоко держу. 20 сантиметров давайте. 25 сантиметров пробуем. На предыдущем режиме у нас он не взял его. Давайте с другой стороны подойдем. Мое мнение, что да. Но опять же, смотря с какой стороны. Вообще он видит его. Слабый, не очень надежный. Давайте 26 попробуем. 26, 27. Но это можно уже принять. Вот медленной проводкой. Нет. Давайте 25 сантиметров еще раз проверим. С одной стороны односторонний.
25 сантиметров – самый уверенный сигнал. Ну что, друзья, вы сами видели результаты теста. Они у вас сейчас в таблице на экране. Вытащить Катькин пятак со штыка – да легко. Квест X10 ID Max. Покупайте в магазине у деда Мити. Я с вами прощаюсь. Всем удачных поисков и до новых встреч.